Менеджер Николая Валуева Борис Димитров ответил на критику команды Руслана Чигаева. Из-за несостоявшегося боя промоутер узбекистанского боксера Клаус Питер Коль обвинил Валуева в трусости, несмотря на то, что именно у Чигаева финские медики обнаружили гепатит Б. Чигаева нужно лишать лицензии, дать ему звание там почетного, не знаю какого, вечного героя, и отправить его лечиться, потому что человек болен. С ним сейчас никто боксировать не будет.